Три четверти века на огневом рубеже. 4 декабря свой 75-летний юбилей отметит пожарно-спасательная часть номер 5, которая обеспечивает безопасность приборостроительного завода. В гостях у огнеборцев побывала Анастасия Белова. Первый второй ход на выезд, учебная тревога. Хотя тревога и учебная, но действуют пожарные максимально оперативно. Каждое движение точно до автоматизма. От того, как борцы с огнем среагируют на учениях, зависят их действия при реальной угрозе, а она может возникнуть в любой момент. Муромский приборостроительный завод, где поддерживает безопасность пожарно-спасательная часть номер 5, потенциально опасный объект. Первый пожар произошел на заводе в 43-м году. Горел тарный цех. Значит, после этого это сильный был такой толчок для администрации, что нужно заниматься и уделять очень серьезное внимание пожарной безопасности. Особо это, конечно, профилактика и предупреждение пожаров, потому что завод изначально, его по технологии производства очень опасный, производит взрывчатые вещества. Основана пожарная часть была в декабре 41-го года. Именно тогда, в 40-е, начали формироваться ее традиции. Боевой дух, организованность и дисциплина, которые привнесли фронтовики, до сих пор лежат в основе работы пожарной части. И сегодня она по праву считается одной из лучших в регионе. Личный состав неоднократно участвует во всех соревнованиях, проводимых на разных уровнях. Это по пожарно-прикладному спорту, пожарно-спасательному спорту. Лучшие названия по профессии – пожарный, газодымозащитник, лучшее отделение. И неоднократно личный состав нашей части занимал призовые места. Пожарно-спасательная часть номер 5 оберегает покой и безопасность не только завода, но и поселений Муромского района. Вооружены пожарные по последнему слову техники. Часть буквально года 3 назад оснащена уже совсем другими пожарными автомобилями. Это, значит, автомобили КАМАЗ с установкой Росенбауэр, автомобиль повышенной проходимости «Урал». Все автомобили оснащены современным пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием. Личный состав пожарной части – это 73 отважных человека, готовых первыми броситься в огонь и спасти жизни других, рискуя собственными. Есть такое понятие альтруизм. Это то есть любовь к людям и помочь им. Потому что если люди оказываются в беде, то есть такое выражение «кто, если не мы?» И также не я. И я считаю, что это гражданская позиция, это людей, она должна быть у каждого человека. В честь 75-летия части доблестным борцам с огнем присвоили звание, а лучшим пожарным вручили почетные грамоты 11-го отряда Федеральной противопожарной службы МЧС России. Анастасия Белова, Александр Барсуков, Новости Муром.